Одной из важнейших тем на Генассамблее ООН стал вопрос реформы права вето в Совете Безопасности. Французский лидер Франсуа Олланд в своем выступлении высказался за расширение Совета Безопасности и ограничение применения права вето его постоянными членами. Мы выступаем за то, чтобы в случаях массовых зверств право вето не применялось. Разве ООН может оставаться парализованной, когда мир разваливается у нас на глазах? Сегодня я обещаю, что Франция никогда не будет пользоваться своим правом вето, когда мы имеем дело с массовыми убийствами. Франция – один из пяти постоянных членов Совбеза вместе с США, Россией, Великобританией и Китаем. Предложение Франции сегодня уже поддержали Мексика и Нидерланды. Напомню, что голландцы были одними из инициаторов создания трибунала по расследованию крушения самолета малазийских авиалиний, разбившегося на востоке Украины в июле 2014 года. Россия заблокировала эту инициативу. Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что инициативу об ограничении права вето поддерживает уже 67 государств. В Москве к этому предложению, судя по всему, отнеслись серьезно.